Приветствую, дорогие друзья, на связи Грим Оптимист, и по многочисленным просьбам мы с вами снова сегодня катаемся на СТБ-1. Многим этот тачик приглянулся, он был забавный тут, конечно, видос, такой недостаточно бодхёртный, но он показал, что танк способен просто на адские вещи, и чем больше я катаюсь на СТБ, тем больше я в этом убеждаюсь. Правда, у танка все-таки есть, говорю, недостатки, и самый большой недостаток — это то, что он отгребает от арты. Вот реально, ребят, все остальное это фигня. Мне все нравится. Мне наплевать то, что у него нет брони, то, что его пробивает в корпус. Это вообще, ну, не проблема. Но то, что его ваншотит постоянно арта и прилетает на 800 сплэши. То есть сплэшем арта вот попадает сюда и вам просто 800 хп снимает. Это просто, не знаю, меня лично вымораживает. Мне после этого я начинаю там кричать, там писать в чат по поводу коричневых наших друзей и так далее. То есть, ну... Я думаю, что вы сами так же делаете, когда на десятке вам так прилетает. Но в остальном, говорю, танк просто шикарный. Его пушка, в принципе, я к ней привык. То, что у нее не самая лучшая стабилизация и не самое быстрое время сведения, при этом, скажем так, не самое высокое ее пробитие среди всех СТ-10, это не так критично. Его ДПМ, он все это покрывает. Все-таки перезарядка просто бешеная у СТБ-1, и это позволяет порой очень сильно навредить вашему противнику. Если он как-то особенно стоит к вам бортом или не очень удачно, вы можете просто, я не знаю, там, ну, адские вещи с ним, страшные вещи творить. Пока он поймет, что с ним случилось, две плюшки в него уже зайдет к тому времени. То есть уже вы снимете ему порядка 800 хп. Вот, но дальше уже можно и отступить чуть-чуть, и переключиться на кого-то другого. В общем, геймплей такой достаточно своеобразный. Так, одна артиллерия, ну, одна это еще терпимо. Хотя, естественно, он будет стрелять по мне, как вы понимаете. Вот у нас маус 44-процентный, это тоже, я считаю, хороший знак. Вот. Значит, что будем делать? Я сейчас думаю. Вот. СТБ, он не терпит какой-то спешки, он не терпит слишком активного геймплея, по крайней мере, если вы один играете. Если вы во взводе, допустим, с какими-то более бронированными эстехами, типа Е50 или Т62, там, Объект-140, вот тогда еще можно на нем немножко наглеть, но если вы играете один... Никогда не лезьте на нем на передовую, вас снесут с первого же залпа, ну если не с первого, то со второго. Это факт, к сожалению. Поэтому, если вам нравится прям супер активная игра, то СТБ не совсем для вас. По крайней мере, говорю, если вы играете один. Так, я вот думаю, куда сейчас поехать. В принципе, почему-то хочется мне вот сюда сначала встать, потому что бывает там кто-то проезжает. Если учесть, что наш Каэрнарван сейчас, возможно, подсветит. Пожалуйста, пошел процесс. Вот хорошая, кстати, позиция. Многие про нее вообще не знают и никогда на нее не ездят. Блин, рикошет. Ну, это 268, его, как вы знаете, пробить очень сложно. Порой. Порой очень просто. Так, сейчас, возможно, меня засветят, кстати, после выстрела. Надо отъехать на 15 метров. Отъезжаем. Черт, подъехал этот. Так, поставил на каток Эвика. Вот я, главное, говорю, отъехать на 15 метров, и в этом случае можно будет нормально настреливать. Блин, куда летят снаряды мои, а? Так, Каэрнарвана на нашего слили. А, не пробил-то, господи. Что ж так, что с ним не так, а? Как вы видите, я все еще ни разу не светился за весь бой. Потому что это делать на СТБ не стоит. Излишнее внимание к вашей персоне, оно не приводит к добру на этом танке. Держимся на 15 метрах. Главное, чтобы кто-то подсвечивал и можно накидывать. Вот, пожалуйста, то есть.
так. Наши все равно как-то умудряются сливаться, хотя вроде я, ну, реально много урона наношу. Уже... Блин, через башню играет там собака. Так. Понятно, тут уже не очень все хорошо. Так, из три там выезжает, откуда ни возьмись. Сейчас попробуем по нему отстреляться. Так, тут что-то уже подъезжает. Ненавижу советские танки, блин, их хрен пробьешь, с 10 уровня не, в борт не пробиваются. Куда это годится вообще? Так, что у нас там стоит? ИС-8? Нормально. Сейчас попробуем подсветик дать. Так. 12Т, ну сейчас там, ИС-3 он, в принципе, для ИС-8 особо не опасен, поэтому... Сильно бояться, я думаю, не стоит там. Если что, я помогу, если уж совсем все плохо будет. Черт, я не успел свестись. Так, 62-ка, наверное, не полезет больше, я думаю, на нашего. Так, сейчас попробуем подсветик дать тут. Что происходит вообще? Отлично. Так, что тут засветилось у нас? Засветился у нас... Блин, ну куда вот снаряд ушел? Куда он ушел? Блин. Все, забрали, отлично. Так, попробуем сейчас дать еще разок вот этому товарищу. Ребята, очень опасный противник, сразу говорю. Он нас пробивает, у него барабан. Поэтому будьте аккуратны. Не подставляйтесь под него лишний раз. Вот, то есть... Казалось бы, какая-то фигня, да, но... Блин, у него барабан, он просто вам насадит столько урона, что вы не успеете вообще, даже опомниться не успеете. Черт. Поможем нашему ИСУ-8, хотя я думал, он и без меня справится, но... Поможем ему сберечь хп. Благодаря отличной скорости, говорю, то есть такие вот вещи делать на нем. Ну зачем ты скатился вниз, а? Конечно же, я не пробил его опять. Советский танк пробить, как вы знаете, это... Целая наука. Сейчас будем его долбить. Как-то, как ни странно, я опять почему-то снял ему гуслю. Все, забрали. Я все еще боюсь, что по мне арта сейчас может накинуть. Я просто кайфую от СТБ. Мне очень нравится этот танк. Мне давно такого не было, чтобы танк вот настолько мне нравится. На нем играть одно удовольствие вообще. Вот кто боялся... Реально, вот все эти японские танки, они все стоят того, чтобы их как бы, ну вот... Точнее, СТБ стоит, чтобы пройти их. Хотя, на самом деле, там, начиная с СТА, уже нормально можно играть. То есть, тайп нормальный, в принципе. Он, конечно, хуже, чем СТБ, значительно, но нормально. У него пушка хорошая, самое главное, вот, как бы. Остальное уже не так страшно. Я вот боюсь, что сейчас надо быть аккуратным, кстати, там где-то он стоит. В тех вот кустах. А можно даже блайншотиком дать. Нет. А, не люблю терять хп, даже в конце боя, когда победа, все равно, как бы. Ну, зачем терять здоровье лишнее? Ремонт дорогой, сами знаете. Все такое. Я с унигири езжу, все-таки мне лишние витраты не к чему. Да, не успели мы пострелять. Надо было, конечно, это более активно действовать. Самоуничтожился.
Вот, кто-то скажет, что да, ты как крыса из кустов, там то-то, то-то. Ну, ребята, это танк такой. То есть я не совсем как... То есть я не стоял на базе, я все-таки занял позицию, да. Просто с этой позиции можно хорошо накидывать. Вы видели, то есть, что... 4360 дамага. Это немного для СТ-10, то есть не очень много. Это просто хороший результат такой. Очень-очень даже неплохой. Вот, 3-4 тысячи чистыми. Вот, я целый, кстати, абсолютно. Урона я нанес больше всех в команде, как вы видите. Да, я получил опыта не очень много, потому что фрагов нету, во-первых, да. Кстати, мне, наверное, поддержку дали. Фрагов нету, во-первых, во-вторых, по-чужому стрелял, чтобы не светиться. То есть играл от маскировки. Это на СТБ делать можно. Кстати, я, наверное, потом качну ему маскировку все-таки. Вот такой вот интересный реально танк. Попробуем еще один бой откатать. Иногда, говорю, как я уже говорил, на нем бывают случаи, что сливаешься реально, ну, не с нулем, конечно, с нулем на нем сложно слиться, но хотя бы там с 1000, с 1500, вот такое бывает. Вот. Но чаще всего это бывает только если у вас попадает артиллерия прямым, прямым, либо сплэшем несколько артиллерий, если вас накрывают, то такое бывает. Вот это, конечно, дико раздражает лично меня, но ничего не поделаешь. Это та плата, которую приходится платить за столь классный танк. Тем более, очень красивый, как я уже говорил, СТБ, он реально один из самых красивых танков в игре. Ну, лично по моему мнению, такой современный очень. Он напоминает какие-то вот больше современные танки, только разве что отсутствие динамической защиты активной брони ему в этом мешает, чтобы полностью слиться. Так, ну что, значит, степь, какая к черту степь? Тут особо... Я на горку не люблю ездить на СТБ, потому что... Ну, у них там 54-ки, барабаны 54Е1, они меня начнут долбить. Там у нас лора, которая 45% от нее там... Ну, в общем, палево, жесткое, и не хочу я, в общем. Слишком это... Пугливый, я считаю. Вон ПВшка, пожалуйста. Накинем. Наверное, засветился. Нет, не засветился. Вот, лора уже слилась. То есть для меня лора это такой символ бессмысленности, беспощадности, рандома. Вот ФВ, кстати, очень опасный противник. Пробуем сейчас как-то тут... Нет, он там далеко стоит. ФВ очень опасная штука, она может меня ваншотнуть. Блин, я засветился. Вылазить теперь нельзя. Там кто-то светит, что ли, или что, я понять не могу. Не понял, что сейчас было, почему... А, ну да-да-да, что-то... Мне показалось, что... Короче, мне показалось просто. Так, ФВшка. Забираем эту штуку. Так, понятно. Окей. Намек понял. Интересно, откуда по мне стреляют, а так и не понял, кстати. ПТ-братки там стоят, профильные ПТ-воды. По ним вполне можно и пострелять. Не пробил, не пробил. Интересно. Очень капризные снаряды у меня, надо сказать. Очень часто 704 не пробил. А вы говорите, брони нету. Есть броня. Просто она такая очень. Надо же, арта решила по сотке все-таки, а не по мне отстреляться. Это интересно. Так, ну 704 сюда сведен. Так, я вот думаю на центр, что ли, поехать. Тут
Тут можно будет накинуть по 54-ке. Она там за укрытием каким-то. Так, так, так. Чисто под свет попробую дать. Тайп. И по нему нет особого смысла стрелять. О! Накидываем. 704-му. Прототайп не пробил. Ну, говорю, пушка, она не очень хорошо пробивает. Понятно. Окей. Так, 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 надо подумать. Это что тут думать? Блин, сейчас попадет. А, не попал. Ой, вот сейчас по мне точно полетит, зря я поехал. Ну как я ИСа третьего? Я вообще их терпеть не могу, этих ИСов. Они вообще не пробиваются нормально. Им постоянно без уронки проходят в борт. Хотя вроде бы под прямым углом, блин, стреляешь практически и постоянно без уронки. Попробуем немножко обнаглеть. Почему бы и нет? Правда, арта может накинуть, конечно, но... Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Так. Поиграл, пацан. Ничего не скажешь. Так, наши что-то сливаться начали. Блин, мне это не нравится. Куда они? Чё вдруг они начали лить? Попробуем отсюда выцелить. Добить надо бы ИСа третьего. Угу, с холмом, понятно. Так, ну что? Что бы нам подумать? Так, отлично. Так, по мне сейчас ФВшка может долбануть, если очень сильно повезет ей. Успел забрать, слава богу. Фух, так. Т-30 на центре остался. Наши там что-то вроде как-то задефились. Блин, у них куча ПТ-братков, это не очень хорошо. Тем более ФВ этот живой еще все еще. Где он там? Угу. Давай, давай, выезжай, блин. Да он поехал, а? Ё-моё, ну что за... Ой, 704-й красавчик вообще. Всё, короче, поехала к ним на базу, надоело мне это стоялого. Тем более урона еще мало нанес. Так, тихо. Так, прототайп. Давай, 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 давай. Оп. Есть контакт. Так, я в свете, но арта у них, по-моему, на КД еще, насколько я помню. У них Т-30 вообще какой-то ад творит там.
Блин, сейчас бы мне арта бы в корму бы не захерачила бы на фул дамаг. Вообще легко может. Че, где она? Где все-то? Я хочу пострелять еще. Успею еще раз выстрелить, у него долгая перезарядка. О, что-то ты, братюха. Броня не пробита. Отлично, он не по мне отстрелялся. Даем дамаг, уходим в сейф от арты. Все вроде, ну и можно идти ее искать. Вообще понятия не имею, где она, учитывая, что у нее 45%, но она настреляла два фрага, и она может быть вообще где угодно. На острове, мне кажется. Хотя... Там вот может стоять за холмом. Ну, либо на базе, либо там, как бы вариантов больше нет. На базе, значит. Вот показатель, ребята, да? Человек, у него 46% побед. То есть играть он вообще не умеет, абсолютно. То есть это очень слабый игрок. При этом он на арте делает, то есть фраги, всех валит. То есть, будь он на СТБ, он бы слился в первые минуты боя уже. Все, у него было бы 200 урона, там, ну, окей, там, 800 в лучшем случае. И все, он бы уже был давно уже в ангаре. Вот, то есть, кто-то говорит, что на арте сложно играть, то, что, типа, там, то-то, то-то, это класс, там, такой-то. Это вообще не класс техники, это ненужная херня, которую надо убрать из игры как можно быстрее. Тут не проехать, да? Окей. Сейчас в наглую попробуем вальнуть. Будет смертельный номер. Это было смешно. Да, я чисто уже по приколу, ребят, так сделал. То есть, просто чтобы было повеселее. Попал в землю, повезло. Я еще что-то затупил почему-то про эту красную линию. Забыл, блин, думал, проскочу сейчас. Ага. О, ударился в воздух и встал я. Но, тем не менее, бой получился ничего, в принципе. 4000 урона, ну, грубо говоря, да. 67 чистыми, какую-то боевую задачу я выполнил, не знаю какую. Вот, на втором месте по дамагу. 704 очень много настрелял, молодец. Вторую степень, как я сказал. Ну, что я могу сказать? В целом, ничего. Ну, и предыдущий бой, как вы могли заметить, тоже. У меня, кстати, эффективность. Я, к сожалению, еще катался до этого. У меня там сливные бои были на другой технике, не на СТБ. Вот, и тут не совсем показательно. Но в целом, то есть, смотрите, за первый бой примерно 1600 опыта, за второй примерно 1000, ну, не примерно, а 1700. Вот, при этом средний опыт, средний урон больше 4000. Это то, на что способен СТБ. Да, немножко крестьяческая техника, но, тем не менее, это машина, на которой... Все равно интересно играть. На ней не нужно стоять прямо на базе и весь бой в кустах. Как вы видели, все равно я там где-то посередину боя начинаю более активно действовать. Это танк позиции. Танк, который раскрывает ваш скилл. То есть танк, который вы можете использовать как хотите. Практически универсальная машина. Я рекомендую всем, говорю, вот кому нравится такой геймплей, эту машину прокачать. Вот, если хотите еще видео по СТБ, то не забывайте там об этом писать, не забывайте ставить лайки под этим видео и подписываться на канал. Увидимся совсем скоро, всем удачи, пока!